Thank you.
Thank you.
Вот это самое бесценное. Вот это самое дорогое, когда мы видим тех прекрасных красавиц, о которых мы слышим, а теперь мы забудем. Помни меня, а я не забуду тебя. На память славной Ольги от Нины Цинцадзе. 1910 год, между прочим, 9 марта. Какая Нина Цинцадзе. Друзья, уверен. А это Мищенко, это был знаменитый фотограф, удостоен высочайших благодарностей от их императорских величеств, государь-император Николая Александровича, государственный император Николая Александровича. То есть это был такой, что и Николай тогда не был его женат. Если я понимаю, не был Thank you.
самого Чаурега. Он находится в районе города, именуемом Пикрисгора. С колхозной площади следуйте в направлении площади Свободы. Далее по проспекту Руставели двигайтесь до пересечения с улицей Якова Николадзе. Поверните направо и проследуйте до улицы Велико-Антипровидзе. Здесь и находится кладезь истории, которую вам расскажет Игорь Оболенский. Тбилиси пик Резгора. Гора раздумий. Как мне всегда хотелось бы показаться, а хотелось потому, что Thank you.
из-за Сталина она видит выглядывающего Ленина. Потом она поняла, что это актеры, которые снимались из ее мужа, пришли в ролик и в гриме и разыграли ее. Но тогда начались роды. И на следующий день. Но имя свое получила, она не скажет. Потому что 21 мая – это день Святой Елены. Великов хотел, чтобы дочь звали имя Елены. А у Михаила мать, ему хотелось назвать ее Елена. И целый месяц членки своры, в конце концов, взяли папаху. В эту папаху положили два маленьких листочка бумаги. На одном было написано имя София, на другом – Елена. И маленькая девочка своей тухлой ручкой вытянула листочек с именем София. Кабатон Сафико говорил, что я так счастлив.